Друзья, всем привет! Сегодня произведем соцопрос, что любят пить в Tres Gatos. Любимый напиток Tres Gatos. Итак, наш гость Борис. Борис, ваш напиток Tres Gatos. Пиво. Пиво. Это хорошо. Саш, привет. Привет, Олег. Пара слов. Твой любимый напиток Tres Gatos. Ну, в последнее время вино недорогое. Ну вот, но сейчас хочу заказать джин-тоник. Нужно про пиво сказать? Нет. Ну, я сказал, как есть. Молодец, класс. Большая группа людей на террасе. Это Александр. Александр, пару слов для нас. Ваш любимый напиток Tres Gatos? Я каждый раз беру что-то новое. У меня нет любимых напитков. Я такой полиглот в этом плане. Поэтому сегодня это бренди, завтра это ликер 43, послезавтра это вино. В общем, никаких у меня нету любимых блюд или напитков здесь. Это настоящий профессионал, он любит алкоголь. А мы проводим опрос «Любимый напиток Tres Gatos». Очень коротенько, или, может быть, даже почему. Светлана? Мерло. Вино. Ну, вино красное. Красное вино. Замечательно. Ваш напиток, любимый молодой человек? Солянка. Солянка! Вот это нонсенс! Давайте спросим у Алены. Алена, какой твой любимый напиток Tres Gatos? Я люблю мерло красное. И еще у вас есть пиво такое, такое девочное, такое нефильтрованное, такое вкусненькое. Как называется? Это Хель. Пиво называется Хель. Вас как зовут? Ира. Ира. Ира, а вы что любите в Tres Gatos пить? Ореховый кофе. Ореховый кофе, это замечательно. Друзья, это Олег, если кто не знает. Олеж, твой любимый напиток Tres Gatos? Пиво вот это светленькое, как оно называется у нас? Хель. Хель. Пиво Хель, мое любимое. У тебя же должна была быть реклама чая, Лека, но у тебя не получилось. Блин, ну какой-то трэш, да, мы хотели вообще записать рекламу чая. Да. Чай никто не любит чай, ну и черт с ним, с этим чаем, да? Я думаю, что просто сюда приходят не за чаем, но чай можно унести с собой, взять, который вам нравится, из того, что у нас представлено, и забрать с собой, потому что чай для других целей. Ага, чай для других целей. Угу. Отлично. Народ, привет! Один вопрос. Любимый напиток в баре Tres Gatos? Водка Red Bull. Темное пиво. Светлое пиво. Кофе. Сок персиковый. Кола. Вообще-то это реклама чая. В нашем баре большой выбор чаев. Мы порадуем любителей ройбуша, мы порадуем любителей каркаде, Эрл Грей, ну и так далее. Вы сами знаете. А эксклюзив – это наш каннабис. Любителям каннабиса добро пожаловать. Сереж, привет. Привет, Олег. Твой любимый напиток Tres Gatos? Макалан. Как Макалан? Макалан. Ну, ты же был главным героем ролика «Чай каннабис». Каннабис, да. Каннабис зачет был. Но любимый Макалан. Такой вопрос. Любимый напиток бара Tres Gatos? Бара Tres Gatos, любимый напиток. Привозили очень приятный напиток здесь. Самогонка от Олега. Самогонка от Олега? Да. Это «Дыхание Сибири». Да, «Дыхание Сибири», может быть, да. Но он самый любимый. Наш частый гость, его зовут Степан. Степа, скажи, пожалуйста, твой любимый напиток Tres Gatos? Темное пиво, 0,5. Загадочный парень, да? Ребята, у меня один вопрос к вам. Ваш любимый напиток Tres Gatos, Оля? Пиво, однозначно. Пиво Хель? Да. Отлично. Игорь? А мой любимый напиток? Белое вино. Ну, это неправда. Неправда, конечно, неправда. Ну вот, ну, скажи, сегодня белое вино. Ну ладно, пусть так.